папы, мамы волновали, давали мудрые советы. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, двери распахни, школа, школа, уроки перемены, школа, школа, учителю дати, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни, школа, школа, уроки перемены, школа, школа, учителю дати, и твоей любовью мы согреты. Аллилуйя, 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 аллилуйя
слова, кружится, кружится вновь голова. Старый букварь открываю опять, хочется мне это время догнать. В первой тетради чернильная лужица кружится, кружится, кружится. Кружится, кружится вальс над землей, только немного грустим мы с тобой. Первый урок не забыть никогда, первый учитель один навсегда. Много еще предстоит нам узнать, лучше читать и получше писать, но никогда не забыть тот урок, первый осенний тетрадный листок. Кружится, кружится вальс над землей, только немного грустим мы с тобой. Первый урок не забыть никогда, первый учитель один навсегда. Кружится, кружится вальс над землей, учитель один навсегда. Спасибо вам. Спасибо просто за то, что вы есть. Потому что папу срочно вызвали на работу. Признавайся, Сангиз, кто тебе написал сочинение? Не знаю, я рано лег спать. Бусина, определи род слов. Стул, стол, носок, чулок. Стол, стул и носок мужского рода, а чулок женского. Почему? Ну, потому что чулки носят только женщины.
Как будто пишешь. Папа ушел в гараж. Папа ушел в гараж. Готово? Слушаем тебя. Папа под лежащую ушел с казармы в гараж под лоб. Вот тебе и на. Садись. Зато полно колес, и есть два сменных машиниста. До свидания, все равно много будем повторять.